Во-первых, с днем рождения поздравляем от имени официального сайта футбольного клуба «Факел». И первый вопрос такого плана. Спасибо. Насколько часто в день рождения приходится выступать в официальных играх за команды разные? Ой, обычно не приходится, потому что раньше была весна-осень, когда приходилось на перерыв дня рождения между кругами. Поэтому дома, в семейном кругу, это вот первый раз. Какие ощущения? Ощущения хорошие такие, как бы на подъеме, потому что день рождения. Хотелось выйти помочь команде. Но времени, может, не хватило чуть. Оцени, пожалуйста, вот как тебе сегодня игра «Факела» и чего не хватило для того, чтобы все-таки 3 очка увести из Подолья? Ой, у нас не получилась игра, какую хотел наш главный тренер Владимир Васильевич. Ну, не получилось, потому что, может быть, волнение, потому что это одна из причин, а вторая, что нет сыгранности пока, потому что он цикнут времени был поставлен, как он, так и мы. И много игроков смотрели, меняли, снимали состав, искали. И нет связи пока достаточных. Может быть, немного волнения, хоть и все, как скажут, опытные игроки, но все равно он старт любого чемпионата, когда эти ребята серьезно относятся. Может быть, вот эти два фактора сыграли. Ну, в общем, игра, я считаю, не совсем получилась. Насколько комфортно тебе сейчас в новой команде? Ой, ребята все отличные, подобрались. И профессионалы, и вот как по таким качествам, по-человеческим. Ну и тренерский штаб тоже как бы друг другу симпатизируем. Поэтому, я думаю, это только начало. Надеюсь, впереди победы, уверенные победы, и игра. Спасибо. Достойная. Спасибо.